утро на Елисее. Бросил меня бойфренд. Ладно, кого я обманываю? Нет у меня никакого бойфренда, зато есть джинсы в стиле бойфренд. Елена, что можно сделать из старых джинсов? Давайте пофантазируем. Так, ну, мы уже с вами перешивали кое-что, да? Да, мы уже с вами перешивали юбку. Так, а теперь сумка? Готов? Ну, конечно, интересно, но немножко по-другому сделать. Будем шить сумку. Для начала отмеряем до шва сиденье. Отрезаем. Основа для сумки у нас уже готова. А сейчас мы из оставшихся штанин сделаем лямки. Вырезать будем по шву, да? Вдоль шва. Вдоль шва, хорошо. Идем сейчас за машинку, будем прострачивать дно и делать лямки. Сейчас застрачиваем донышко, выворачиваем наизнанку, застрачиваем, затем формируем донышко, застрачивая уголки. Наши лямки готовы, утюжим и пришиваем. Наша сумочка готова. Сразу ее попробуем. В кармашке можно положить зеркальце, салфеточки, в основное отделение кошелек, помаду. Посмотрите, сюда влезет и булка хлеба, и пакет молока. Практично и красиво. Инструкцию по пошиву сумки из старых джинсов снимали Ксения Серебренникова, Елена Гальянова и Константин Фролов.